Реально уже около 10 минут стоит вот такой сильный шум. Непонятно вообще, что происходит. Что это вообще такое? Даже вот здесь пахнет газом. Что это вообще произошло? Очень сильно пахнет газом. Там, наверное, спичку поднеси, а оно все взорвется к чертям. Все. Шум закончился. Короче, травит газ. Газ проходит, выходит из трубы. Может быть, здесь граница проходит газовой трубы Россия, Украина. И хохлы воруют газ. Хохлы воруют газ. Просто реальный капец какой-то. Газом несет, что вообще? Что там вообще происходит такое? Что-то происходит непонятное. Что-то продувает или что. Очень сильно пахнет газом.